скором времени известный Владивостокский государственный университет экономики и сервиса перестанет работать. Точнее, учреждение перестанет работать под старым названием. Руководство объявило о том, что университет немного изменит имя. Аббревиатура ВГУЭС известна приморцам уже больше 20 лет. До своего переименования в 90-х годах университет был известен как Дальневосточный технологический институт бытового обслуживания. За эти годы мы намного переросли вот все те направления, которые связаны с экономикой и сервисом. Таким образом, сама жизнь нас шаг за шагом подвела к тому, что приходится думать над следующей итерацией, связанной с очередным обновлением бренда университета. Так называемый ребрендинг связан с тем, что вуз давно является многопрофильным. Университет готовит специалистов разных областей – от журналистики и педагогики до медицины. ВГУЭС выпускает кадры и с высшим образованием, и со среднеспециальным. Тот спектр направлений подготовки, он, конечно, уже не сервисный и не экономический. И если вот в 96-м году у нас экономика, направление экономика и сервис были примерно 70% в структуре подготовки, то сейчас это максимум 40%. А все остальное – это те направления подготовки, которые не входят вот в эти классификационные основания. Местные СМИ писали, что ВГУЭС станет Владивостокским государственным университетом, то есть аббревиатура будет звучать как ВГУ. Новое название пока не утверждено, но уже есть идеи. Также в планах сохранить и аббревиатуру ВГУЭС. Дальневосточный государственный университет – это как одно из рабочих направлений. И потом это тоже бренд, причем, бренд края нашего. Да, но причем вот фишка в чем? Дальневосточный, так все дальше по правилам, как там федеральные, государственные, образовательные учреждения, а в скобках категорично, скромно и со вкусом в ГУЭС. На вопрос, когда именно будет переименован один из ведущих вузов региона, руководство ответило, что в мае 2020 года, когда начнется приемная комиссия. Учреждение будет принимать абитуриентов уже под новым названием. Однако фирменный стиль, включая логотипы, останутся прежними. Добавим, на сегодняшний день в ГУЭС занимает третье место среди 33 университетов Дальнего Востока. Дмитрий Беломестнов, Сергей Тулатиев. Новости на Восьмом.